Путь от Боротаевки до Сурского района в августе 2020 года стал последним для водителя мотоцикла. Двигаясь по трассе, он попал под колеса Исузу. За рулем грузовика находился житель Ульяновска по фамилии Фролов. В результате аварии мотоциклист скончался на месте. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Водитель автомобиля с места преступления не скрывался, но вину свою отрицал. Судебный процесс длился 2 года. За Свияжским районным судом города Ульяновска подсудимому Фролову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии поселения. Кроме этого, подсудимому было назначено дополнительное наказание в виде запрета, в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года. В суде государственные обвинители доказали исправность автомобиля-нарушителей и то, что Фролов пренебрег правилами дорожного движения при повороте, в отличие от мотоциклиста, который двигался по своей полосе и с соблюдением скорости. Защита с приговором районного суда не согласилась и подала апелляцию в областной суд. С самого начала расследования уголовного дела сторона защиты заняла активную позицию противодействию следствию, соответственно, предоставляя доказательства, которые, по их мнению, свидетельствовали о невиновности подсудимого в совершении инкриминируемого преступления. Поэтому было назначено и проведено очень объемный комплекс, в том числе экспертиз и иных следственных действий, которые были направлены на установление обстоятельств произошедшего. А в связи с этим срок расследования уголовного дела затянулся на 2 года. Таким образом, в законную силу приговор вступил 20 июля этого года. Наталья Улова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.